Гроф очень много информации по пренатальному, постнатальному периоду расписал. Лучшее просто я не знаю. Здесь, наверное, поэтому Гроф. По подготовке с позиции практик есть такая техника «Дерево жизни» для насыщения дантяня. Когда женщина беременная про него и эту практику практикует, эта техника называется «Согревание плода». По 5-10 минут стоит в дереве жизни с удержанием энергии в дантяне, либо представляя солнышко. Потом обязательно рекомендуется заниматься дыханием сокола по 5-10 минут. Это выводит накопленные нам тоги из подсознания и возбуждение тела, психики. Это у нас секунда вдох, 7 секунд выдох. Секунда вдох, 7 секунд выдох. 5-10 минут. И ощелачивать организм. В нижнем дантяне, да, согревание плода на нижнем. На нижнем, то есть концентрация на плод. Да.